бабуль, как торговля? Плохо. Понятное дело, но кому надо что-то покупать с первого числа? Копать сколько? Значит, сколько? 250 рублей. Да? 250 рублей. 250? Да. А чем торгуете, если не секрет? Чем я торгую, миленький? Не знаю, чем. Ничем. Просто я вас до этого с Виктории забирал на Южном вокзале. Ну, где там я сидела. И тут сидела. Просила вот грошу. Попрошайничали, что ли? Да. Охуеть. Глянь, дождь пошел. Да? А там нет. Ну, по телевизору говорят, что наше государство, ну, заботится о пенсионерах. Да, заботится. Уже хоть что-то можно не попрошайничать. Да, где ж там можно, если я покупаю такое, уколы делала по 4000 у колена, ездила в ледники. Угу. Уже хоть что-то можно не попрошайничать. Да, где ж там можно, если я покупаю такое, уколы делала по 4000 у колена, ездила в ледники. Это у вас проблемы с суставами, да, что ли? Да, не суставы, коленные суставы. А какую делать себе, бедренный сустав или коленный сустав? Нарезали, вот и отказались. Ну, короче, если грубо говоря, вас просто оставили на умирать и все. И вот я и хожу вот так. Мужа похоронила, невестка умерла, сын умер. И то на вокзале сидела. Вот так, вот так. Наверное, оттуда выгнали, наверное, да? А? Оттуда выгнали? С вокзала? Да или... там... Не, не, ничего не надо. Не надо? Нет. С Новым годом у вас. Всего хорошего. Ну ладно, миленький. Не болейте. Я думаю, вам эти 250 будет. Спасибо. Нужнее намного, чем мне. Помочь? Я выйду.